Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. LOX, yeah. J-Lo, yeah, yeah. Yo, we off the block this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I win. Какая умная. Я училась в школе на 5. А я до сих пор учусь в школе. Потом на 2. Потом на 5. И мне бы шури. Чё я? Ой, извините, эфир. Здравствуйте. И снова привет. Ты любишь ваниль? Или, может быть, мороженое? Или восточные сладости. Тогда именно в эту субботу тебя ждут сочные. Сладкие. Мастер-классы от... От ванч... А чем ты хотел? И снова привет. Ты любишь ваниль? Или, может быть, мороженое? Или восточные сладости. Тогда именно в эту субботу, 27 апреля, тебя ждут сочные, сладкие мастер-классы от Рашида, Никиты Куклина и Вани Лей. 16:00, набережный канал Грибоедова, дом 140. 16:00. И снова привет! Что ты, блядь, сидишь, блин? Давай, подожди. 5, 6, 7, 8. И снова привет! На самом деле мы очень сильно любим кукиц. Да нет. Кукиц! Кукиц! Это вам, ребята, мы любим вас! А? Привет! С вами в эфире Оля-ля и Кукиц Дэнс Компани. У нас в гостях нереальная тигрица, повелительница стайла Свэг Валерия Николаева. Валерия, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга, да, это я сегодня в вашей студии, наконец-то добралась, да. Вы любите, когда вас называют Валерия, правильно? Да, я люблю, когда меня называют госпожа, мне больше нравится. Госпожа, ваши зубы не упираются в локти. Она всем упирается в локти. Да не только в локти, наверное, вот. На самом деле, давайте о серьезном. Что для вас является кукиц? Ну, вы знаете, кукиц, я люблю кукиц, это для меня нечто особенное. Знаете, в кукиц есть одна особенность, знаете, какая? В кукиц все... Все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями, где бы я ни был, ты знаешь, все... Скажите, Валерия, что вас больше всего заводит кукиц на компании? Ну, знаете, меня много, конечно, что заводит кукиц компании, парни... Никто, а что? Но парни меня все равно заводят, а больше всего меня заводят в Cookies Company. Ой, госпожа, вы говорили, я забыла. О, губки. Вот, на самом деле вопрос. Смотрите, у вас Cookies Dance Company, у вас, у нас, у них, где-то. Смотрите, у вас, ну, вот. Акцент идет на сладости, на ванильную хореографию. Ваш тренер такой не русский немножко, да? Усики, белые волосики, Eminem, Крис Браун, чё как? Я просто хотела спросить, что заводит у вас хореографии? Ну, вообще, вы знаете, я, ну, наш тренер, да, вы правы, он безумно прекрасен. Но самая моя любимая в его хореографии – это техника, подача, нежные движения. Он передает чувства и... Опан, Gangnam Style! Gangnam Style! What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump. My lovely little lumps. Check it out. I drive these fuckers crazy. I do it on the daily. Запах твоих внутри, как ловлю я твой взгляд. И все чувства словно листопад. Раз, прикосновение в губ. Два, запах твоих внутри, как ловлю я твой взгляд. И все чувства словно листопад. Строками то, как я люблю. Первыми мыслями о том, как я жду. Первыми каплями соли внутри. Первыми нотами музы в груди. Сделай песню тихо.
закрой глаза и чувствуй лишь, что нам не дано услышать, мы можем лишь любить. В самых кончиках пальцев до самых горьких слез, самым нежным чувством, собранным из тысячи снов. Где-то в небе птицы наши, но вместе с ними порхаем мы. Каждый взмах все ближе к небу, мы с тобой одни. Среди облаков мы любовь нашли, и нам не надо земной надежды о том, что любим ли и те ли мы, можно лишь оставлю.